Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала «Эзотерика для тебя». Друзья, в этом видео мы уделим внимание проведению определенного заговора для улучшения вашего благосостояния. Этот заговор нужно произносить в первый день новолуния. Напоминаем всем, что у нас новолуние будет 16 октября, и пик его будет в 22 часа 32 минуты по московскому времени и будет в знаке зодиака Весы. Так вот, первый день новолуния, а это у нас уже 17 октября, вам нужно выглянуть в окошко и, глядя на молодой месяц, сказать следующие слова на привлечение денег в вашу жизнь. Итак, друзья, слова следующие. «С днем рождения тебя, месяц млад, расти! Пусть растет с тобой, пребывает мой клад. Как ты будешь месяц млад нарастать, так и мой капитал начнет пребывать. Губы, зубы, ключ, замок, язык. Аминь, аминь, аминь». Вы сказали эти слова и продолжайте уже вечером заниматься теми делами, которыми вы обычно занимаетесь. Поэтому, друзья, и желательно даже в каждое новолуние, в первый день новолуния каждого месяца выглядывать в окошко и, глядя на молодой месяц, говорить эти слова. Также напоминаем, что слова заговора будут в описании к этому видео. Друзья, у нас будет сейчас растущая луна. Напоминаем всем, что вы сможете проводить ритуалы на привлечение денег, на привлечение изобилия, финансового благополучия в вашу жизнь. Мы надеемся, наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал «Эзотерика для тебя». Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео. Обязательно смотрите другие видео на канале. Ну а мы с вами прощаемся и услышимся уже в следующем видео.